Помимо того, что мейн-куны – это гиганты среди домашних кошачьих, обладатели самого длинного хвоста по отношению к своему телу среди кошачьих, и с этой породой связано еще множество удивительных и интересных фактов, после которых вы поймете, заводить мейн-кунчика или не стоит. Мейн-куны – кошки ненавязчивые, ценящие свободу, независимость, и это особо выражено у особей женского пола. К тактильному контакту эти животные относятся благосклонно, но потискать их не получится, только если они сами будут в настроении. Мейн-куны практически собаки, по крайней мере, по характеру уж точно. Они привязываются к своим хозяевам, даже несмотря на свой независимый характер. Кроме того, они легко дрессируются, поэтому с радостью научатся различным командам. Но самый главный минус этой породы в том, что они очень неаккуратны как в еде, так и в горшке. Готовьтесь, что вокруг миски, либо вокруг лотка все будет разбросано.